Снимает ее коронный бобер. Вот и тебе делать. А мне понравилось, как Николай Иванович в моем видео сказал, когда вот день рождения моем было, он говорит, аппаратуру расстраивает. Аппарат Джан настраивает. Так, чтобы вот этот... Ну, если не доедим, то я домой, наверное, заберу. Мама с братом доедим. Только как вот в эту сумку положить? Придется, наверное, в пакет. Наверное, или не знаю. Пошло, это не коробка не поместится. А, вот сюда можно, наверное, будет положить торт. По дороге будешь идти и жрать и торт. А, и давай это. Хотя не, вряд ли получится. В кафе доесть торт. Там уже вряд ли пошло и так, еле-еле разрешили. И так нас уже на заметку написали. Ну, в другое кафе можно пойти. Какое другое? Ну, где-нибудь на улице. А, можно же в это же, только на улице, где стулья раком стоят. Раком? Ага. Мужики раком стоят, да, ёпт? Чтоб не видели. А сзади баба идет, да, блин? Там сядем, короче, и доедим. Можно будет... Посмотрим. А, или сегодня нагрянем к тебе. Нахрена? За фоткой. Лёш, я же тебе говорю, я тебе принесу эту фотку, ты, блин, сделаешь, скажешь, когда подойти. Да, можешь, короче, принести не только эту вот синяя, которая маленькая, и вот эту большую тоже, ну, которую тебе подарили. Я могу отсканировать ее на принтере, потом внести на флешку, тебе флешку дать, ты с флешки скинешь ее фото на ноутбук и добавишь в Одноклассники. А потом еще, а, еще и ту. Ну, вообще, Лю, в принципе, у тебя же есть фотки такие, ну, как... У тебя же принтера нету, да, чтобы отсканировать? Mm-mm. Поэтому, если у тебя какие фотки есть, такие вот, ну, напечатанные вот на карточке вот эти, да? У тебя же... Или вот такой вот фотоальбом, как знаешь, да, куда вставляются эти фото? Да. Ну, то есть, если у тебя есть какие-то, ну, ты захочешь их добавить в Одноклассники, ну, чтобы их не переснимать, а то они переснятые плохого качества. Если какие ты захочешь, чтобы в хорошем качестве их выложить в Одноклассники, можешь мне дать, я их все отсканирую на флешку фото, и через флешку тебе дам, ты скинешь, ну, понял, да? Понял, да, как? Ну, я понял, понял, как я думаю? Понял, как отсканировать и на флешку, и... Ты потом можешь себе на страницу добавить в нормальном виде любую фотку. Так, подожди, если все разумеется. Или правильно. Хрена не получится. Ну у тебя флешка может вставляться на в ноутбук? Да может. Но я флешкой вообще не пользовался. Ну, у меня флешка есть. Я могу на свою флешку тебе отсканировать фото и тебе дать, ты внесешь в ноутбук, и потом на рабочий стол там можешь себе или в Одноклассники потом добавить. Это без проблем и бесплатно. Да бесплатно, так бесплатно. Я... Ну, да, на моем принтере я могу отсканировать. Да. У меня флешка, вот где вот этот самый. Ну. Я... Пробовал, ни хрена не получается. Да? Я у меня была. Флешка в этом. Фото. А. Ну, в фотоаппарате. Флешка была. Я пробовал. Не, а я имею в виду такая вот флешка. Ну. Такая вот, как. Чё? Ну, а флешка вот как. Вот такой длины примерно, да? Которая такая. И чё? Вставляется вот так и вносишь фото. Который на ней. О, питомна чайник принесла. Да, сейчас. Hello, Долли. Долли, до свидос. Может, чайник закипить, мотор? Обычай. Лицо кавказской, блин, национальности, ё-мо. С рогами. Вот эти.
Это торт. Угу. Все, что осталось. Остатки роскоши. Ой, со что мы можем сейчас посмотреть? Это зарядка. Это бензоправка. Оттуда, блин, бензин заряжают, ёбать. А, это какой-то? Ну, ну, да, 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 да. Нет еще сма. Нет сма. Видишь, еще не забился на чё? Может, еще что нет сма? Ну, вот, вот беде. Ну, 92-ка сма. Да. Ты, я не понял, что в чем да, поэтому. Не понял.